И моя самая любимая рубрика и самая несмотрибельная одновременно при этом Songs of Six. Хотя нет, кто-то услышит, кто зайдет на канал и такой, what the fuck, что это за дерьмо, он это стримил и уйдет сразу же. Мгновенно. Скример. На джаве говно сделано. Говнянте. Ну окей. Пиздец, я не хочу доедать это государство. Сейчас там придут 2000 человек. Но я не знаю, но это 1000 справится с ними. Жуки. Жуки, кстати, на самом деле мой самый любимый класс. Они самые быстрые. У него 4,45 скорость, при том, что он в броне. У этих, ну, этих 2, у этих 4,36. Не, подожди. Короче, хуй его знает, кто самые быстрые. Но жуки мне определенно нравятся. You will eat the bugs. The bugs, you will eat the bugs. You will eat the bugs. You will eat the bugs. Вообще вот этих надо отправлять файтиться вот с этим. Потому что иначе они наберут слишком большую силу. 4500, 36 тысяч. У меня 38 тысяч. Можно кого-то из наших призвать даже еще. Это, например, снайперская дивизия. Нихуя не научилась. Нихуя не научилась. 70%. Давайте вы. Я не знаю, кто-то. Ни разу никто не пришел. Какая-то... Стрелы, блин. Магландона. Так, кого бы призвать? Тут вообще рекруты до сих пор. Этих только что раскомиссовали. Ой. Давайте вот этих 100 человек. Просто буквально просто нужны люди, полностью обученные. Ноль. Все рекруты. Вот эти чуваки неплохо. Обучение ближнего будет 70%. 8-8. Это вообще разъеб. Так-то. Ничего не хочу сказать. Это фу. Фу разъеб. 52%. И здесь... Угу. Берем еще этих. Пехота. Полностью обычный ноль. Все обучаются. Хуй знает. Да этих тоже взял. Мне вообще нужно... Есть план. Мне нужен максимально быстрый отряд. Мне надо понять, кто вообще в теории... Что я создал, где он? Вот.
Кто самый быстрый? Жук 6.30, человек 4.50. Но этих чуваков у меня нету. Короче, либо жук, либо тилапия. Тилапия у меня и так есть. Эти отдельный городок им выделю этим тилапиям. Правда, у них не будет работы здесь. Кто работает на шахте? Список работников. Сраные жуки, блин, заняли все рабочие места на шахте. Пиздец. Допустим. Меня же слышно? Да. Дурка. Список рабочих. Он в дурке, разве что им работать. Два корпуса. Тут 16 человек. Это мало. Лафуази. Здорово, здорово, здорово. Вот думаю, мне нужно, короче, сделать отряд либо из жуков, либо из амазонок. И те у меня есть в рабстве. У меня 1500 жуков. Они у меня и так есть. То есть мне надо как-то легализовать 150, дать свободу им. И за эту свободу отправить их тренироваться, короче, жестко. И их задача это будет самая самоубийственная операция. Они будут забегать в тыл и накидываться на катапульты. И потом как-то выбираться, когда их там будут прессовать, не знаю, десятикратно превосходящие силы. План такой. Можно, кстати, посмотреть вообще все... Всех рабочих, а 15 тысяч инструментов в работе. У меня 700 фермеров в фермерстве работают. Каннибалы, 0. Повезло, повезло. 2600 работяги. Работа просто. Ну, заводчаги просто, скуфы. Professional скуфы. На шахтах. Рудная шахта. Кто на ней работает? Посмотрим. Тупо все жуки, посмотри, все жуки просто заполонили сраные шахты. Фул жуки просто, бам. Я даже не знаю, сколько их здесь. 400 жуков, пахта. Ради 600 руды. Ну чё, руда это нужна. Гражданские права, 720 человек у меня работает. В храме. Есть храм. Какую-то форму. Храм Кратора. Рядом с пекарней. Сто 152 человека работают в ресторанах, 81 в продовольственных лавках, 4 в тавернах. Ой, лучше не смотреть на название таверн. 77 на рынках, 24 человека всего лишь в больницах. Но они, кстати, справляются. 23 в госпиталях. Может, у меня госпиталей мало. 7 в банях. У меня просто 50 колодцев. 40 в туалетах. 14 врачей. 38 ораторов. 84 клоуна. 8 гладиаторов. А гладиаторами кто работает? Какие-то люди реальные.
Мне интересно, вот кто у меня сейчас гладиаторы? Чисто три свина, человек какой-то, такой вот усатый. Том Локс Голд Хэнд. На поклонение идет, естественно. Что такая опасная работа. Вот такой вот в говне измазанный дондорианец, который отдыхает. И Джек Дрон, просто тупый жук. Боевые действия. Не знаю, что это означает. То есть, видите, вон, смотрю игры, то-то у этого боевые действия. Alright. Так, подожди, может, он кого-то сейчас убьет на моих глазах? Что значит боевые действия? А, он, видимо, идет выступать. Что у меня есть арена для пленников. Точнее, есть арена, где есть элитные гладиаторы, и они дерутся с пленниками. Семь шесть. Ну давай вот этих, например, на арену. На пути к работе. Ну да. Не нанимаем столько эмиссаров. Так, ладно, жуки, жуки или... Сколько их будет? Ну пусть их будет 120. Один колющий урон. И две брони. 40 силы. У этих просто 40 силы. Они весят 56. Эти тоже 56. 4,8. Ну, это у этих резольва нету. Амазонки лучше подойдут. Просто потому, что... Так, а если так? 9,6. 4 всего лишь будет. То есть у амазонок будет более чем в 2 раза больше. Морали. Это очень важно, что они не разбежались, потому что они будут забегать в тыл. А когда они будут забегать в тыл, у них будет просаживаться морали из-за того, что вокруг много противников. Поэтому по-любому амазонки. Хотя даже мои наемники жуки справлялись. Бомжи полные. В хорошем смысле. Ну, броню легкую, чтобы не замедлялись. Вообще, им почти не нужна броня, на самом деле. Вот так вот. 120. Можно просто тяжелую одну дать. Так, у них сколько брони? 1-1. А если так, он давать 0-5. Их будут гасить стрелами как раз таки. Они из-за того, что будут по флангу ходить, их будут стрелами гасить. Блять. Щиты не замедляют. Это тоже дерьмо, не замедляет. На максимум продать. Ну да, и задрочить насос на 100%. Чем еще заниматься? Кто там зашел и вышел? Кто там? Домашнее задание. У меня кофеек. 3 часа ночи. Я немножко так подремал. Как назвать?
Ну, бля, амазонки, я не знаю. Сто двадцать штук. 120 штук. Блин, я еще мог бы упороться и отдельно городок им сделать. Есть ли в этом смысл? Блин, ну все начнут бухтеть, я думаю, сейчас. Это даже сейванусь. Нет, куда мне столько? Все, 120 штук. Ни больше, ни меньше. И чё они бухтят? Чё они? Не поняли, просто еще не осознали. Слушай, ну пока ни у кого на самом деле нет. Я ни раз кого не разграничиваю. Я этим не занимался. Все живут где хотят. Чилит, вот свободные два дома, любой может поселиться. Смотри, 49 бездомных, но при этом вот есть дома какие-то. Че они? Тут может заселиться, я не знаю. 10 человек. Ну, и тут еще вон, смотри, два дома. Иван Сосна. Продавец еды. Блин, может дать ему. Мне нравится его имя. Могу ему дать свободу и 400 баксов, чтобы он прям дальше продал пищу. А, 8200, кстати, смотри, как я грамотно подсократил население, при том, что, в общем, у нас население будет сейчас, где, ну, бэби-бум, так сказать, намечается. У нас, видишь, малышей очень много, это малыши. Это в возрасте от 4 до 7, если что. Это очень пиздюки, очень много пиздюков, зумеров, они сейчас вырастут, им как бы население удвоится. То есть у меня, по идее, должно быть 16 тысяч человек. То есть это будет большая проблема. То есть мне нужно будет, по идее, создать еще один легион на... Я даже не представляю, на 8 тысяч, что ли. Ужас какой-то, если честно. Мне, короче, нужно военную машину жесткую строить, иначе это очень тяжело. Профсоюзы... Ну, не, профсоюзы у нас троллят. Все, кто у нас профсоюзы называют лохами. Потом дондрианцы, мне, кстати, только у дондрианцев, я думаю, у нас есть профсоюз, потому что когда я мобилизовал 300 из 330 дондрианцев, они такие, типа, начали бунтовать, типа, what the fuck, типа, что они вообще происходит? Ну, я откатил, типа, 100, вот к 111. Но они сказали, видишь, никто больше не хочет эмигрировать. А дондрианцы, если что, по лору, они вообще жесткие чуваки. Они просто голые спавнятся в поле. Просто при, не знаю, каких-то обстоятельствах. Дондрианцы не рождаются, а созданы самими богами. По крайней мере, так считается. Они появляются на склонах горы Церебус, уже полностью выросшие. Они выходят из густого леса и бродят по окрестным полям в каком-то трансе. Такие пироги. Не спрашивай. Они не отвечают на вопрос. Я не задаю им, на самом деле, вот лично я. Я им просто прошу. Надеваем на них доспехи. Они очень круто стоят просто. Я помню, у меня вот, в принципе, отряд дондарианцев, 100 человек, который закован в броню максимально, может даже, ну, из катапульты, я не знаю, выдерживать спокойно удары. Там один человек ударов 5 может выдержать точно. Отдельно взятый. Может больше.
Ну, я утрирую, ну, так слегка. Это часть пропаганды, потому что у меня, кстати, сейчас даже где у меня школа? Где-то есть вкладка, где я указывал, чтобы у меня шла жесткая в школах не, короче, у меня в школах не учат, а пропагандируют жестко. Библиотека. Университет. Где школа какая-то? Да как Харламов сейчас будет. А где школа? Так мало школы. Знаешь, если бы ими можно было бы стрелять с катапульты, то я думаю, они бы выживали. Это точно. И это было бы супер охуительно. Я считаю, что это просто недоработка. Надо. Ты просто прикинь, берешь такой бам, по 8 человек там хотя бы, знаешь, заряжаешь. Типа, они там, во-первых, сносят, типа, прям бам, такая кровища, типа, чуваков прилетают. Мягкая посадка, так сказать. Такие бам достают там, я не знаю, секиру свою и начинают хуярить прям среди чуваков. Но они должны быть вообще там заряжены, прям, не знаю, чем-то. Потому что тут же чуваки паникуют, если много противников. То есть там должны быть убийцы. Я пытаюсь понять. Короче, откатить это невозможно, потому что я не знаю, где я это делал, в какой вкладке. Это невозможно найти, это просто, это полный бред, я не представляю, где это. Имя пролителя Вов. Не знаю, что это значит. Мои ачивки. Ну, по сути, за это прохождение. Оно единственное. Вот, великий. Что это такое? Это достигается за счет того, что многие люди следуют за вами, любят вас. Население больше 8 тысяч. Счастье безродное 100%. У меня 94. Ну, это жесть. Сложно. Вот завоеватель. Сражений проиграно. Меньше 4. Проебано. Ну, в какой-то момент у меня не было одежды, да, был такой момент, у меня был тяжелый момент в поселении. Миллионов динарий иметь. Ну, это изи на самом деле. 2-5 миллионов накопим. Я просто недавно, пока тебя, возможно, не было, в Афуазе прикупил вот на несколько лямов 7600 вот этих. Вот здесь была раз покупка на 600 тысяч. И потом на 650 тысяч. Чтобы инфляцию понизить. Там была инфляция 120 тысяч, теперь на 60. И они вообще супер медленно тают. То есть, видишь, здесь есть порча. Вот, один самоцвет 12 дней назад. Двен 12 дней и один год назад еще один самоцвет испортился. То есть, видишь, они супер медленно исчезают, как бы сохнут, в отличие от других ресурсов. Тупо топ. Таким образом, если, например, у меня
Ну, я их в крайнем случае распродаю просто. Там, нанимаю наемников, еще что-то. Такой лайфхак, так сказать, в этой игре. Ну, по сути, как в реальной жизни. Вообще прикольная игра, я считаю, блин, реально. Вот это уважуха, блин. Просто супер, супер топ. Надо бы нажать, чтоб время шло. Балтик ТМ. Эфес Спешл Йеллоу. Крафт для быдла. Маленькая такая хуйня. А прям рядом с туалетом, правильно. Вообще мне надо накопить 500 шестеренок и улучшить рудную шахту. Так, ну это бомжи. В 55 тысяч оценивают они нас. Пехота, блин, мобилизовали только 26 человек. Ну, пусть идут домой в таком случае. 60 человек, ну это лучше, чем в прошлый раз. Здесь вообще 2 или 3 человека еле-еле отыскали этих людей. Тут же у каждой расы свой прикол, и люди это самые вообще хаотичные, вообще придурки, короче. Были последним творением Астари. Их наделили свободной волей и изменяемым разумом. То есть они единственные, здесь люди, это единственные существа, у которых свобода воли есть. Да, прям как в жизни. Изначально они были бессмертны, но после Второй войны это было отменено. Такие пироги. Поэтому их довольно сложно будет мобилизовать. Потому что вот этих чуваков, то есть ты понял, их было 330, и мы все 300 мы нашли просто там мгновенно, они все были у нас. И потом итог эти 30 такие начали, подождите, what the fuck, спустя месяц только там, когда там 2 или 3 сражения огромных было, где там, ну, человек 50 их полегло. Да, отменили что-то, пиздец. Свины, критонцы. Но они бастовали, у них бы свободы воли нет, но я помню, что у меня были восстания. И я поэтому, я помню, делал мои первые боевые отряды. Это вот полицейский отряд. Полицейский отряд 2, по 50 человек, такие маленькие. Теперь у меня новые отряды здесь. Фул забиты мои обучательные штуки. Надо, по идее, мне еще настроить себе. Почему здесь не сделать просто поле? Стрелков. То стрелки это имбам. Особенно и там и скелеты именно обученные. То есть стрелки бомжи наоборот абсолютно ноль импакта вносят. А вот я взял буквально одних стрелков, у них они мне уже накинули, я не знаю, 20 тысяч что ли пауэра, я не понял. У меня же было 30 тысяч только что, но неважно. Ну, вот. Идем, короче, с этими чуваками пиздиться. Мой регулярный легион, он регулярно... О, работорговец. Продать рабов, продать рабов. А, да.
Даже не знаю, нужно ли мне сейчас их продавать. У меня уже все нормально с населением. Ну, штук. Просто ради денег. Ну, нужны ли они мне прям? Можно штук 200 просто продать этих. Ну, 230 за 1 900 000. Прекрасно. Того ровно 8 000 у меня, да. Ну, 8 000 это хорошо. У меня с санитарией стало хорошо, получше. Да. Вот у меня было население 20 дней назад 3 800, сейчас 3 300. А рабов у меня было 20 дней назад 4 700, сейчас 4 400. Там алкоголь держится каким-то образом на уровне. Чуваки плывут. Мировой журнал. Движ. Очевидно, движ. Здесь какой-то муравей доктор. Кого несут? А, казнен. Нормально, это такие будние дни. Представляю, дети идут в школу еще начали. Это жесть, что там за вообще? Не знаю, почему мне показалось смешно, но там как будто этот просто станок по производству этих чуваков. Они будут очень долго идти. Нефритовый стержень. А как можно было посмотреть, с кого он обслуживает и сколько? Что-то. Прокат автомобилей. Лучше не прокатывать. Да, у меня 790 свободных неработающих людей. Мне, по идее, надо вот в уборщике. А прокат автомобилей надо поставить. Просто. Пленные мне вообще не нужны. Мы не берем пленных. Ну, в хорошем смысле слова.
Просто их отпускаем, говорю, идите, пиздуйте. Ладно, Тилапи возьмем только. И, может быть, дондрианцев. Блин, чё вы ссыте? Нападайте, твари. Могу уволить вот этих вот мясоедов, я не знаю, всех. Не, ну они шутят просто реально. Вот я уволил их. Ну, давайте, парни, давайте подремся. Уже это бред просто, если честно. Созрели. Ну что ж, следующие 40 минут мы здесь проведем. Давайте я выделю лучников для начала. Ну блин, я считаю, что так, арабская дивизия, она будет стоять тут. Просто стоять. Каретонцы. Блин, вот это, кстати, обученные чуваки очень сильно. Их, по идее, надо не потерять бы. Пусть они здесь стоят. Не знаю, их, наверное, 2 года обучали. Реально, игровых. Остальных тоже в среднем по столько же, на самом деле. Ой, блин, надо понять, кого я буду еще. Мне надо 2 отряда, чтобы их вот так вот закинуть в обход. Ну, вот этих еще. Бля, неудобно их броню смотреть, если честно. Нам было бы прикольно, если бы она красилась вот в этом режиме.
посмотрим, может сейчас сюда-нибудь достреливают. Да-то они в каком-то овраге виртуальном. У него какие-то заряженные чуваки. 2,5, 2,1 броня. Это молота. Вообще ни разу не бомжи. Я думаю, мы уже у них все отобрали. Сел. Встал, упал. Ну, это если что, отряд, который в тяжелой броне, если что. Неров, по идее, они максимально защищены от луков. Все, они больше не вернутся. Ну, условности игры, я не знаю, абуз. Я не знаю, Лафуази, ты вообще видел файты? Напомни мне, так сказать. Да. Все. Кто-то еще зашел. Так, ну они направили нормальных чуваков. Здесь вообще смешная какая-то история произошла. Ну тут... Эти разбежались от луков. Я такой впервые вижу вообще. Вот этих чуваков не потерять, на самом деле. Я тут сильно душу. Вот против них сколько отрядов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь отрядов против двух в одном месте просто. И тут еще подходят. То есть их надо как-то вот так вот подсобить. Вот этот отряд отправить тут. Так, вс
все, вы съебываете, съебываете, парня. Вам надо съебывать. Бля, 100 критонцев потеряли за эту битву. Их не спасти. Или спасти. Бля. Или всех потерять. 1,7. Парни, пиздуйте, пиздуйте. Не-не, блин, в очень плохой, плачевной ситуации, я бы сказал. Так, нападайте просто. Отряд выбрать. Давай, 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 пиздуй, пиздуй. Так, здесь что-то мы терпим зря. Вот это зря терпят, чуваки. Мы зря потеряли их. Пусть отходят. Кожаная броня, надо их отправлять, их сейчас перестреляю здесь просто. Так, а вот этих можно отправить. Спасать этих парней. Блин, эти до сих пор бьются. Тяжелая ситуация. Тяжелая, тяжелая. Не хочется их терять так. Эти тоже пусть отправляются тогда сюда. Бля, мы наших потеряли. Да, мы потеряли отряд один. В порядке. Не, все в порядке. Они просто бегают, потому что очень сильно раны. Правильно? Или эти бегут куда-то? Атакуют. Все, да, хватит атаковать. Мы не потеряли. Давай, давай, давай. Это борза. Какие-то лучники просто с луками налетели.
на вообще зэков, которые просто вышли, чтобы биться. Он сейчас в спину придут свины, вся полная жопа. Ну я как-то комментировать пытаюсь. Бау. Все, тут только бежать. Как вот эти вообще до сих пор... Как вот эти бьются? 4,7 морали. 76 человек. 93 человека. Они всю битву здесь сидят. Так, ладно, эти пусть здесь, так сказать, наготове. Они за спины бьют. А эти готовятся конкретно помочь. Бля, до сих пор стреляли в чуваков. Вот столько я своим тупостью потерял. Кто-то из них родился, скорее всего, в моем городе. Пахал, работал кем-то. Вот он ползет, блядь. Блин, самое интересное пропустил. Но мы всех порвали вроде бы, да, просто. Кто это бегут вообще? Ради чего сразу не вообще? Ну вообще, если у меня будет больше 10 тысяч человек, то у меня будут жесткие болезни, которые будут уносить по 4, по 3, по 7 тысяч человек. Поэтому мне надо как бы как-то... придумать какие-нибудь темы такие вот. Вот у меня есть два легиона. В одном у меня вот 2000 человек, вот он большой легион. В другом у меня там поменьше 1000 человек. Ну и все, я их кормлю. Ну и они должны мне приносить бабки. Вот они отпиздят этих чуваков сейчас. Мы с них поснимаем шлемы, броню. И это нам принесет миллионы долларов. Даже звук из игры сейчас, а нет, вот он. Может быть, ограбим поселение. Где еще есть? Так, эти давай мы как бы лучниками. Хотя они в лесу, их там хрен достанешь. Не дураки. Куда они убегают? Куда они бегут? Чего они побежали? Куда они?
парня. Какие странные ребята. Все. Нашли. Где-то в лесу прятался последний противник. Ну знаешь, вот ты задал очень интересный вопрос, как бы, в Афуазе. Вот давай мы с тобой посчитаем. Я прям возьму и буду писать. 6 тысяч. Ладно, от успехов. 6.03. Потом 3 тысячи коротышей. Два сорок. Бля, не знаю, как это назвать. Длинных мечей. Анимешных таких. Пять тысяч 54 луков. 700 кувалд. Вот лучше бы в его армии, кстати, кувалд было побольше. 1068 к щитов. 372 к кожаной броне. Ну и тут по мелочи. Ну, куча рабов. У меня даже в самая большая тюрьма 500 вмещает максимум. Вообще перебор какой-то. Ну, я, кстати, хотел, знаешь, давай возьму 100 амебиусов, и из них тоже сделаю роту. Чисто по приколу. Они, по идее, самые тут мощные бойцы, кстати, вот эти вот. Так, и вот сражение было ради этого. То есть все вот оно разбито. Мои чуваки такие, йоу, мы крутые. Потеряли. Я не посмотрел, сколько мы потеряли, кстати. Хороший вопрос. Можно так посмотреть. Арабская дивизия. 35 человек потеряла. 15. Эти потеряли. Хоть они, самые, видишь, закованы в броню. Опыт 100%. Обучение ближнего боя 64%. На это надо, я не знаю, сколько вообще дней. 35 дней игровых. Все вообще супер опытные. Тут вообще кто был зеленый? Есть хоть кто-то один зеленый? Нет, у всех опыт 100%. Все. Не знаю, может быть, за одну битву он так наехал. Окей, отправляем их на парковку. Потом с этой армией драться. И так, пока они не захотят с нами мириться. Как бы. Это мы как США, это как Талибан. Мы просто приезжаем и, да, и уезжаем. Это же вообще происходит на северо-востоке мира. Это, у меня вот здесь вот империя. То есть это вот здесь вот. У меня империя вот здесь. Ну, кстати, не пришла их армия в 2000 человек. Я их ждал, кормил здесь, платил до хрена денег, бабок наемникам. Реально меня не... Да. Помиловать.
Придется захватить. У меня нет админки, пиздец. Что здесь было вообще по людям? 2600 человек, ёб туда. Все они сейчас сдохнут, разбегутся. У меня здесь 90. Почему? Так мало. Сейчас посчитаем, кстати, то, что я вот это сделал, сколько это все стоит просто. Сколько это сражение принесло мне денег вообще. И на эти деньги мы срегулируем вот эту вот армию. Здесь у меня уже есть амебиусы, но они типа региональные. То есть через рекрутов вот взятые. Тоже тренированный, да, 31%, опыт 1%. Не нюхали еще пороху. И все. А, они здесь одни, да. Мы просто им передадим, пока здесь 2000 человек, и они, у них как бы это запечатлится, заморозится эти данные. Как это хуйня? On and Heil. Да, чуть-чуть не то не отдал. И пусть они мне за это дадут, то мне не надо нихуя. Просто продолжайте со мной торговать. Ну все, то потом. Сколько раз я за стрим сказал тупо топ уже. Надо как-то остановиться. Пока не стало поздно. Так, пришло время посчитать теперь все это дерьмо. Ну, оно продается по, там, по 350, допустим, в худшем случае. Считаем все это дерьмо. Шесть умножить на 350. Это 2 100 000. Ну и в принципе тебе все понятно, я думаю. Это я только посчитал вот эту броню. И тут еще вот все остальное, они стоят приблизительно, я тебе скажу, столько же. Поэтому... Ну, он дешевле. Ну вот, мечи даже дороже стоят. 450. А мечей было 2140. Это если посчитать, их было... 2040. 2400 их было, вот, господи. Умножить на 450. Это миллион. Ну, короче, вот. С этого и живем. И потом на эти бабки, чтобы не было слишком большой... инфляция, купим алмазы у кого-то. Да, ебатория, это может быть в любой... Я недалек от этого. Нравится Countryside.
Ну, я по максимуму эту карту выжил в плане рис... ну... зерна и прочего дерьма, ферм. Эпидемия. Подожди, у меня эпидемия, что ли, какая-то? Не у меня. Не, у меня не может, не должно быть. Что здесь происходит? Слушай, а у меня какой-то автоматический автоприказ. Я авто набираю рабов, не понимаю почему. Вопрос. 120 амазонок. Почему они не тренируются? Девяносто три дня. Это если что-то на максимум затренироваться. Здрачиться. Так, можно, пожалуйста. Вот 150 тренируется чуваков. Сколько им можно тренироваться? 100, все, вот столько им достаточно. Пусть освободят. Уменьшим требования немножко. Ну, 47% в среднем. Пусть будет 40, все, нормально, 40. Тоже 40. Что за вопросы такие? Уже так и так с ними в войне вроде бы. Давайте еще один отнимем, да, у них. Ой. Надо. Идем искать Талибан номер два. Сказал, как будто сейчас произойдет все. Пошли.
Жесть, я, конечно, военное государство сделал. Ну, блин. Не я такой. Жизнь такая пришлось. Ну, типа, я смотрю, граждане 2100, рекруты 1000, студенты 56, дворяне 7, рабы 4700, дети 300. 300 детей в этом году. Первый раз смотрю на эти данные. Не знаю, нормально это, много-много. Сейчас 162 год. Можно в названии стрима писать, какой год. Ну, мне можно построить еще одну. Или улучшить существующую. Вон здесь огромное дерьмо. Может просто второе такое построить и все. И взять количеством, а не качеством. Вот здесь вот. Будет вкусно, мне кажется. Вообще по-хорошему здесь нужно и склад построить. А как эта хуйня называется? Как это строить? Состав. Я забыл, где я хотел строить вообще и что. Так вот, для вот этого дерьма. Вот прям вот так вот соединить его с ними. Все равно это на краю карты, здесь больше ничего не будет. Можно его любого размера сделать вообще. Это Sigma дизайн. Помнится мне вот это эффективнее. Это дерьмо эффективнее. Можно и так сделать, в принципе, тоже нормально. Он тут хорошо вписывается.
Почему здесь ничего нету? Здесь ничего не влезло. Наверное, это максимум, который можно было выжить из этого пространства. Это лучше так сделать, чтобы он был более доступный, этот склад. Стены пускай будут из камня. 89 тысяч камня. А, двери. Тут. Прям тут по приколу. И вот это я хотел бы убрать. И все, и здесь будет храниться и пух, и ткань, которую они из пуха будут делать, и рубахи. Короче, все в одном месте будет делаться. По-разумиски. Сказать пришло разумизм. На смену там ренессансу или еще какого-то говно, просто разумизм. Закусочная, грейдинг. Сюда. Миллион людей, просто куда они идут, вот кто он? 16 лет ему. Торговец. Да, я понимаю. Папич просто. Папич моего мира. Весит 80 стоунов. 4-8 локтя. Как настоящий боец и спринтер. Но я видел, как папич бегает. Человек класс. Да, это как бы впечатляюще. Да, заметка редактора. В прошлом у него было несколько неудачных стычек с нашими правоохранительными органами, но с тех пор он пытался загладить свою вину. Хорош. Проживает в скромном длинный дом. Северо-запад, части города. Вместе с Хорост, ну понятно. Служит солдатам. Отряд реагирования. А, так он мусор. Готов откликнуться на ваш... Ну, в хорошем смысле слова. Мусор работает на ваше величество. В армейский склад 27. Эффективность является... Ну, понятно. Всегда стремился быть клерк. Все, на работе. Возит хавчик для легиона. Можно его клерком делать.
А, блин, надо было его за... Хотя я запомнил, в каком он складе. Не, ну... Чё, это ж... Можно его лайкнуть и посмотреть, что с ним будет через какое-то время. Он тем более служит в том отряде, который вообще не выходит в какие-то, как бы это сказать, глобальные интервенции. Где этот сраный склад? Вот он. И вот он, папич. Посмотрим, что. Я могу ему дать на раскрутку 400 баксов. Пусть, короче, что-то с ним придумает со своей жизнью. Все, сейчас 162 год. Посмотрим, что с ним будет. Через какое-то время. Только надо мне напомнить. Блин, ну это совсем бомжатская армия. Надо с ними поговорить. Они точно хотят воевать? Но не рофлят. Рофлят. Надо просто брать в осаду их столицу и все. Кто стоит и ничего не делает? Оратор, я понял. Понимаем эту механику немножко. Ладно. Блин, у меня почему-то минус 204 админки. Не понимаю, с чем это связано. Это то, что лю людей призвал. У меня стали работать свины, и свины хуже работают с бумагами, типа. Походу такое объяснение. Если что, я не рофлю. Придумываю. Мне надо либо строить больше админок, либо вернуть каких-то людей. Вот после этого боя вернем их, короче. Ротацию. Что, 2000 против 280? Ну, блин, тут серьезный файт, если что. Какие-то люди заходят, смотрят, думают, что за дерьмо, думают, ёпта, what the fuck. Интересно, кстати, здесь у них с одной стороны вот это жесть. Генерация неспредуемая. Ну, а может быть, они не смогут стрелять за гору? Какой звук? What the fuck, что за звук? Как будто сейчас, я не знаю, сейчас инопланетяне приземлятся. Так, ну мы тоже здесь встанем в поле. Мы тоже не пальцем деланы. Потом классика жанра. Так, теперь кто побежит за спину? Вот эти два отряда. Самые быстрые. Так, теперь кто будет стоять в центре? Эти точно не будут. У меня на всякий случай.
Случайно психанул, так сказать. Сори, что психанул. Который заходит в игре, да. Но этим тоже нелегко. Блин. Арабская дивизия бедная будет стоять дальше опять. 66 человек осталось их. Тюремная. Все тюремная рота, пусть они тогда здесь стоят. После этого пойдут на гражданку, получат по 400 баксов. Ой. Так, эти пусть стоят здесь. Эти пусть тоже стоят здесь. Они что, подбегут? Что-то пойдет не так. Потом кто вот это? Один на один, пусть задушит их. Подожди, я вроде каких-то отложил, которые побегут. Блин, и куда ты их увел? Вот они. Может, в них не будет попадать, я не знаю, посмотрим сейчас. Мгновенно прилетело. Минус один уже. Короче, все зависит от скорости вот этих ребят. Как обычно. Ой, бля. Хорошо, что я отвернулся. Уже минус 16. Так, может им поменяться местами здесь с кем-то, я не знаю, вот с этими. Не-не-не, они тут долго не простоят, даже минуты. Я слишком далеко поставил. Всем бег. Я не знаю, кстати, почему здесь по автомату не стоит бег везде. У всех. Так, ну что ж, бля, они, кстати, в этот раз что-то прям жестко дефаются. Надеюсь, мы сможем приближаться. Давайте, парни. Самый важный момент за матч. Иначе нам центр не удержать, его просто тут разваливают в мясо. Не знаю, куда их девать, но... Чилить им. Очень тяжело, 30 человек. Пиздец. Отходит на пенсию просто. Эти тоже. Так, здесь забрали. Вы уходите. И уходите прям вообще. Все, с концами. Бля, одна осталась катапульта. Заебись.
Теперь можно основные силы туда подводить потихоньку. Что, не в код попадает вообще? Кто это? Кого я выделил? Не, эти отходят, эти пусть отходят. Ой-ой-ой, слишком большая скорость. Здесь слишком большое давление какое-то. Давайте уже начнем здесь помогать им как-то. Что ж такое, красиво же было. Силы отвлеклись на поимку вот этих чувачков легковесных. Ну это да. Парочку они поймали, так сказать. Там два человека задержали по 150 человек. За найс. Просто спартанцы сраные. Блин, тут тоже тяжело, они, конечно, пришлось им. Не стоит так рисковать вообще. Я помню, я так потерял, я не знаю, человек 400. Мне кажется, это перебор. Взросленных поселенцев. Блядь, ловят каких-то. Ну, это того стоит, это того стоит. Все, могут здесь вставать и чилить, прикрывать тылы. Одна катапульта осталась, к сожалению. Тю, ну кто это вообще остался? Лучники одни, что ли? Надо их гасить. Хотя, мне кажется, там у него сплошные бомжи, мы их перестреляем. То есть всем приказать стрелять вот по этим, например. Смотрим.
работа. Сами начали атаковать. Ну, какой-то интеллект есть у них. Тут без вариантов, к сожалению. Ты мечи. У меня реально как римляне против галов каких-то. Или... Там тупо бомжи. Лучше так, мы еще если пропушим, то можем потерять просто эту тупу. Уже такое было несколько раз, и сколько, 200 человек. 200 человек не за один день рождается, у меня всего 300 детей. Это вопрос работы года. Вообще нет даже, ну короче, это длинная история. Ладно, теперь можно пропушить. Много мы с ними даже поимели, с ними прям даже драться не хочется. Хочется даже, знаете, сказать, вот держите уже полтора ляма, типа, подавите себе вообще, типа, бомжи, типа. Или просто взять их в столицу, вообще ничего не остается. Кого там на отдых хотели отправить? Тюремные роты, арабские дивизии. Да, им тяжело пришлось. Вот этих чуваков. Не посмотрел потери опять. Ёп туда и было много в этом бою, мне кажется. Три ляма. Два дня назад мирный договор был какой-то. Непонятно.
Не знаю, вот тут заключить в тюрьму, и чё? И чё, они будут просто сидеть у меня, пока не стухнут, или что, типа, чё они... Часа 4 дня. 59 дней. Ну, допустим, можем еще одну построить, я не знаю. У меня, кстати, смотри, какой прикольный модульный. Вот, типа, это тюрьма, и здесь, видишь, прям в ней встроены работорговцы. Да, еще одну здесь бахать. Почему бы и нет? Просто тюрьму. С ресторанами. Вот здесь вот. Да, здесь будет ресторан. Ресторан. Здесь будет вход. Здесь будет такая плита, типа. Да, вот такая вот тема, типа. Так, а здесь дом, дверь можно? Окей. Из красиво будет какого-то мега камня, давайте сделаем. Не, не получится. Хотя стену можно. 108, 108, да, пойдет. И черный выход. Тюремный кафетерий. На саму тюрьму идет супер много ресурсов. 1400 стали. У меня всего 7000. Потом здесь тоже можно что-то построить. Рофильное. Стены из резного камня, да вы бредите. У меня здесь стены из резного камня? Да не. Я первый раз в жизни вообще выбираю этот материал на самом деле для стен. Блин, времена, когда я еще добывал ресурсы вот так вот. Сейчас. Вот так вот, жесть. Как в Римворлде каком-то. Просто звук они просто видим там на месте стройки какие-то ресурсы. Минус 196. Какие у меня еще есть люди? Вот эти вот. Мешает думать немножко эти звуки. Камшот Division потерял половину людей.
Пусть возвращается, добирает. Сейчас количество людей увеличится очень сильно. Представляю, буянить. Как наемники вообще, кажется. Ну вот, например, люди. Ну вот как-то так, пусть пойдет, я не знаю. Вот они приходят. Жалко, нельзя какую-то, не знаю, систему выставить, выплаты, дарования, я не знаю. Вот вручную. Строить, просто. А, у меня здесь багнулась цена, прикиньте, я поэтому не продаю. Минимальную, по которой готов продать. Ну все, да, прямо здесь. Хайла вообще нормально закупает. Надо хайле еще пару откинуть земель. У них еще расширится рынок, будет больше бабок. Они захотят себе крутую армию. Будут закупать у меня пушки, колотушки. Ну, внутри горы можно еще поэкспериментировать, поворовать. Вот половине у меня экспериментально будет было. Такой вот уголок для, где можно покричать, если вдруг надоел начальник. У муравьев такой, конечно, роскоши нет. Только муравьи работают на шахте, буквально, только. Больше никто. Не, у меня есть шахта заброшенная, Ситилона, Ситиликона. При этом у меня 1000 лишних. Мне вообще ничего не стоит 70 человек сюда направить. На этих шахтах, кстати, работают другие люди. Ну, понятно, эти гномы работают на алмазных моих шахтах. И при этом, я думаю, почему мне вообще не добывается абсолютно... Смотрите, сколько работает человек. 62 человека впахивают, хуярят. Плюс 28. Это налоги? Нет, подождите, а сколько мне приходит всего? Производство плюс 10. What the fuck вопрос? Как это...
Что-то уходит в карман. У меня какая-то часть. Будет как-то назвать ресторан по традиции. Просто тюремный кафетерий назову его все. Как есть. Может, кто-то из местных захочет. Местная достопримечательность. Теперь. Тюрьма размером с город, который здесь стоял до этого. Ну, блин. Если бы здесь был Двуреченский, он бы сказал, ну а хули, все по чесноку. Вот мне нравится, какой проходной двор у доктора. Как тебе, как он такой? Он всех может осматривать и сказать, ой, слушайте, а мне кажется, что у вас там то-то-то, дайте я вас посмотрю. Ага, ага. Ресторан. Ну, тюремный кафетерий. Кафетерий. Ну, так вот. Так вот, 6. И это единственный ресторан, в котором подают пайки. Вот так вот. И не подают рыбу, не знаю, мясо. И рыбу. И грибы. Ну, такой вот странный ресторан. Ну, прикольно, мне нравится строительство. Противники отступают. Кто эти люди вообще? Они опять собрали 3000 человек. Блин, пора. Вот меня бесит то, что я не могу поставить опцию, типа, пленных не брать. Кто это отменил торговлю? Кто это? Страбок. Восемь тысяч блюд было сделано, не знаю, за какой период. Ну вот первые посетители. Хватает перекус. Врач. Сказать Фурвага. Это что его имя? Сказать Фурвага. Здесь не было ресторанов в округе, это первый ресторан. А, не, был. Ресторан 12. Ну да, понятно, здесь никого нету. С таким-то названием. Хотя это модно, наверное, знаете, типа... Это нет. Каком-нибудь депо или на Дмитровской есть в Москве. Модная там этот бывший завод, который теперь место для сборища зумеров и всяких
граффити перформанс-артистов. А пойдем в ресторан 12. Окей, типа, блядь. Долго строит. Не знаю, почему я так сосредоточился на этом. По идее, надо еще что-то строить. Почему бы нет? Сколько у меня тренируется Теляпи? Все. Ну вот, пошла жара. 6%. Не знаю, может еще один суд построить, а то у меня его довольно мало. У меня, по сути, один суд. Это что за дерьмо вообще? Это новый мир, многоуважаемый Боб. Дети. Окей, бро, я не знаю, что это за детский сад вообще. Может, 9 миллионов счетов он им хотел, я не знаю, о чем речь вообще. Суд. Он должен быть необычной формы. Мне кажется, суды должны быть необычной формы все, да? Какой-нибудь рофельный. Это может быть маленький судик. Пригородный. Такое же бывает вообще? Или нет, я что-то не шарю вообще за суды. Ну и хорошо, наверное. Давайте он будет вот, тут будет такой тоннель, типа. Суды, зрителя. И здесь будут мини-мини такие, знаете, залы. Типа для мини-судов, для детские суды такие, типа. Здесь будет такой вход. Здесь будет такой детский. Ой. Ну такой полудетский. Так. Суды. Какие будут суды при Анкапе? А вот. Не влезет, блин, пиздец. Вот могут быть зрители, которые не будут видеть, какие суды там на самом деле. Представляете, как бы закрытые суды. Они будут только слышать. У нас особые, знаете, как бы. Можно только слушать, что там происходит. Давайте, это слушательные залы, если кто-то для слишком нервных, так сказать, и волнительных. Так, что здесь чем является вообще? Кто там, где судья? Так, надо чуть-чуть шире сделать. Ну, похуй, будет два зала просто, по сути, одинаковых. И вот такие вот прикольные выходы. Да. Так, зрители 30%.
Ты его неправильно поставил. Так, 83%, 90, 98, 100. Alright. Так, ну можно тогда поставить и 550 камня резного подставить, потратить, господи, заговариваюсь уже. Мне кажется, классно, классно. Судить будет без рофлов. Бля, мне по идее надо какие-нибудь парки сделать, я не знаю. Блин. Строительство, строительство. Крепнут. Было прикольно, если бы я мог им по параллельному импорту продавать пушки, броню и все такое, я был бы на самом деле не против. И потом их же разъебывать, отнимать и опять там перепродавать без конца. Так, я ж перевозбудился вот это, на кнопке клацаю бездумно. Еще подождем. Подожди, здесь накоплено 6700? Да серьезно? А у меня 8000 на складах все. Здесь почти столько, сколько у меня на складах. Как-то разгрузить? У меня намного больше денег. У меня получается... Ну, 1000 алмазов, это миллион долларов, так сказать, здесь. Правда, с другой стороны, у меня теперь не так много рынков для сбыта, как раньше. О, все, готово. Топ. Кто здесь работает? 6 пор. Смотреть бы, какие дела в суде рассматриваются и чем они заканчиваются. Вроде бы можно было, или мне кажется. Или нет. Вот где у меня суд? Вот. Пиздец.
Пиздец, я задрочил здесь. Зачем? Извиняюсь за французский, ну просто красиво, господи. Все ручная работа. Клумба, вот это вот все. Судить, в ожидании работы. Давай посмотрим, какая у него работа. Кому он вообще приводит, не проводит его. Вот. О, нет. Да. Смотрит судебное разбирательство. Студент. Кого судим-то? Да у меня закон никто не нарушает, это просто. Вандализм. Вчера было, но его уже, видимо, посудили. Хрен поймаешь, у меня теперь два суда. Это я никогда в жизни не увижу разбирательство в прямом эфире. Вот это передача с актерами тоже, типа суд, где еще Наполеон играл. Блин, это более компактно я сделал дизайн, уродливый, на самом деле, я так смотрю, но ничего. Он концептуальный, тут есть как бы слушательное. Тут священники, они как бы как исповедуются одновременно, вот эти чуваки. И здесь, видите, к стенке представляет виновного, а здесь наоборот, ну короче. Я хочу еще построить, прям вообще прям ресурсы там, ну, около бесконечно. Только не имеет смысла строить что-то без. Хотя наоборот, бессмысленно имеет смысл строить, оно просто потратит ресурс. Вот таверна, у меня очень мало таверн. Все на это жалуются. В этом виртуальном мире. Почему бы не сделать тогда еще вот здесь вот таверну? И просто огромная. Ну или можно сделать что-то на выпирало, почему бы нет, чуть-чуть. Стол. Ну можно не чуть-чуть, а вообще прям что-то на выпирало. Конечно, теряет свою реалистичность, как будто, знаете, такая, знаете, это была пристройка типовая, ее под что-то определили, а тут прям, ну окей. Да как-то по-другому, не так классно выглядит огромный этот стол. Как будто здесь, я не знаю, большая, бля, королевская семья будет пировать. Мне это не нравится. Мне нравится такой домашний уют. Некие предметы обихода. Ковры обязательно. Так, просто из обычного камня.
Двери. Вообще лучше одна дверь будет вот здесь просто. Так, и... Дороги... Ужасные дороги здесь будут. Стрёмные буквально. Которые наводят ужас. Декорация. Здесь будет, не знаю, многозначительно стоит колонна. Хуй пойми вообще, что это означает, но как бы. Ну да, вот такая вот тема, типа, да, типа стоят колонны такие, типа, ой, да что ж ты будешь делать? Это вот так вот, потом, ну, пусть идет время, и будет скамейки вот так вот стоять. Вообще супер секс и клумба. Мало освещения, кстати, у меня вообще нет освещения. У меня есть освещение только вот в центре. Надо делать освещение в рандомном каком-то месте у тюрьмы. Какой смысл? Или будет еще деревья. И одна статуя. Которая скамья. Клиенты. А, вот я могу смотреть. Клиенты 0 из 2. А вообще работа, как понять их? Мне не в лом, пусть будет побольше судей. Видимо, здесь список клиентов или нет? Да нет, наверное. Пришла зима. Так, где папич? Чем занимается папич? Как посмотреть вообще моих любимчиков? Пришло время вот это. Здесь список любимчиков. Любимчики. Непонятно. Я поставил лайки. Как их посмотреть? Боевые действия. О, нифига себе.
Посмотрим по статистике вообще. Не понимаю, у меня все участвуют в любых действиях, что ли, они готовы к нему. Да нет. Что значит 71%? Избранная, вот понимаю. Амбар, вот он, папич. Боб, я его еще на позапрошлом стриме отметил. А, ну он так и служит. А, точнее, не, он поднялся до рабовладельца. Нормально. Стоит на службе, отслужил свое. Может слышать голоса богов, известен тем, что следует будущее. Ну окей, пусть чилит. Он истинный человек. Папич человек, который класс, как бы. Это класс. Ну все еще на складе. Че, чилит? Не моется. Ну так себе у него дела. Пусть еще 400 возьмет. Может что-то может придумать. Вот кто это, я не знаю. Но ее, видите, у нее фиолетовый какой-то такой портрет, как будто она мастер охоты. Блин. А все охотники зовутся мастерами охоты или как-то вообще? Кто у меня? У меня вообще есть охотники разве? What the fuck? Супер редкая какая-то профессия. Не представляю, где у меня даже дома. Я даже не помнил, что здесь можно на кого они охотятся. Что-то Рафлан ебало. Одновременно столько нового. Забытого старого. Ну ладно, пускай. Ну и сказать Фарфага. Я его недавно пометил. Нам нужен лучшие бани, лучшие таверны. Таверны сейчас будут. Что-то никто не жаловался, что типа, вот, построили еще одну тюрьму. Все знают, что у тюрьмы есть два слота. Кафетерий, таверна, хуяк. В следующий раз там еще одна такая тюрьма будет построена, там еще что-то. Пам-пам. Парк какой-то. Арт-пространство. Почему-то... А, у меня нету админ очков. Да, мне приходится отдавать. Ну, я вот так и планировал хайле. А, как он называется? Каргекин. Ничего не надо. В принципе, я могу у них запросить 400 тысяч за это. Но это половина их бюджета. Да они так-так купят у меня, если что. Надо вернуть войска, пополниться.
принципе, нормально. Вот эти чуваки не хотели со мной торговать. Я у них отнял города и передал их тем, кто со мной торгует. Так, вот эти бычат. Что-то... Не хотят, не хотят. Так, может, их тоже пустить? Да, я считаю, надо. И передать этим чувакам. До этого не делал еще. Я их дробил по одному. Нахуй, что? Такая идея. Типа, блин, сейчас меня эти топоры зевают. Говорю, такая идея, типа, передавать всем дополнительные города под управление. Так, кстати, я же строил какой-то склад. Для облегчения работы. Хлопок, может быть, даже 100 ящиков. И... ткани. Легко сказать. Легко сказать. Ткани, ткани, ткани. Где ткани? Где ткани? А что с тканями? Что у нас еще по... Не, мы все, мы сами все с ними делаем. Нам ничего не нужно. Ну как-то так, все. Дально. Сто человек, давайте их отправим. Развалить их. Бля, они все отправились, ладно, насрать. Сколько там человек потеряем? 74. Ну ладно. В ближайшие дни как бы торговля должна пойти супер в гору. По идее, да, теперь проверим. 300. Хайла 700 вообще платит, но что-то ничего не покупает. Можно как-то попробовать как-то насильно им скинуть. Нет, тут. Скинуть им ресурсы. Ну, допустим, 5000 этого, 3000 этого. Вообще, что они там могут купить? Того всего подкидываем, как оружейный барон просто, знаете.
Ладно, пойду спать. Спасибо, стрим. Да я тоже уже заканчивал Афуазию. И кто там еще? Так, это все стоит сколько? Ну, на полляма я просто вот на этом закончим стрим. То, что мы... С них полляма. Ну, допустим, по-братски. Сделаем скидку. 420 тысяч пусть заплатит. Я не... Ой, я посмотрите, как я угадал. Это все и стоит 420 тысяч на самом деле. А, тут было, наверное, написано. Я сюда не смотрел на ценность. Давай, спокойной ночи, Вази. Мне интересно, будут ли они более боеспособная у них армия. По идее, они вот эти 250 человек сейчас могут так запихать их солдатами, что... Ой, ну, снарягой. Что жесть. Ладно, сохраниться. Быть богатым, значит, довольствоваться. Что-то там... Интересно. Такой вот стримчанский был. Еще я здесь могу провести штурм. Это уже потом я подожду. На следующем стриме решу, хочу ли я вообще разрушать это государство. Зачем мне этот материк? Я реально на самом деле хотел сейчас офать на флазе. Так, смотрю финально. Что-то еще я хотел. Ну, с кем я могу вообще торговлю? Вот с Алайсом, я не знаю. Эмиссары. Ноль итог. Убить вообще не работает. Я не понимаю, как это работает. Небольшие шансы на успех, а неудачные попытки серьезно ухудшают мнение королевской семьи. Ну и зачем мне это ухудшать? Ну пусть живет. Мэдисон Редрам, надеюсь, мы с ней подружимся. Не знаю, надо отправить. В Хайлу все-таки, это наш теперь основной. Торговый партнер, поэтому мы должны с ним максимально на корешах быть. Вообще все чудесно. Только вот чего не хватает. Не у кого закупать яблоки. Я готов за любую цену, за 100 тысяч миллионов надо купить, покупать яблоки. Ни у кого... А, ну вот, есть. Да блин. Но все равно мне их этих яблок не хватает. Мы тратим по 6 тысяч на яблоки. Всего лишь. Прикиньте, рынок больше не позволяет тратить. По 30 тысяч на овощи бывает. Такие пироги, такие пироги. Железо дает 15 тысяч стабильно, по 50 тысяч тут давало. Руфу. Что-то продается. 40 тысяч броня, 55 тысяч щиты. Щитов мы много продаем. Импорт, это вообще не то. Крудасить, может, труду сетилион? Нет смысла покупать. Где оно? А, минус 2,50. Не-не-не. Самоцвет это топ. 0,10. Самоцветы это тупо топ.
Жалко, не пишет, сколько здесь они предлагают или хотят. Было бы вообще замечательно. Так, у меня 8300 жителей. 8300 жителей. Давайте посмотрим. Все население. Че, оно уменьшилось, увеличилось? О, 3700 у меня было где-то население, а сейчас оно 3600. В принципе, я вернул в исходное состояние. Перебор был в это. Блин, надо туристов ограничить, реально. Блин, ну, новую можно будет начать. Поем. Че, ладно, на самом деле, всем спасибо за стрим. Он, по сути, закончился. Все, дальше просто тупить, разглядывать, съесть манго. Как так?